Ой, ты моя хорошая. Ты моя хорошая, красивая. Не бойтесь, не бойтесь. Такая услуга у нас тоже предусмотрена. Все хорошо. Привет. Да, вот так, да. Что делать? Привет. Не бойтесь. Дружелюбная такая. Хорошая, хорошая. Выходите, давайте, вообще, вот так. Она к вам пришла сама. Так, кушать только не можно, да? Ну как-то вот так вот. Сафари со львами у нас. Вот так, да. Не бойся, не бойся. Скучала. Не бойся, не поцарапает, не бойся. Она просто хочет общения. Объедет, хочет. Любви опять. Будете все пахнуть львами, будете все в волосах. Выходите как лучше, давайте. Выходите. Выходите, давай, Саша. Иди сюда, Даша. Даша. Иди к нам, как тебя зовут? Чудо, чудо природы. Ты хорошая. Ты хорошая, вот так. Да. Ну вот такое у нас сафари со львами. Скажи, я добилась, чтобы все вышли. Сейчас стащу куртку хозяина. Куртку мою таскать. Там могут быть ценные ключи. Я поняла. Я поняла, я тоже должна выйти. Я понял. Все должны быть рядом. Да, да, Саша уже верхом. Причем задом наперед. Причем задом наперед. Очень активная львица, причем беременная. Горько любви. Да. Но. Скажи, гладьте меня, вся шерсть как блестит. Шерсть блестит великолепно. Ничего, что я приду. Нет, ты опять вот будешь меня выгонять. Видите, вводятся новые львы в сафари, и без этого нельзя. Марсель, это твоя девушка? Кусать не надо. Марсель! Ну, я же должна еще камеру держать. У нее еще пятнышки покрылись. Да, у них еще пятнышки у некоторых. Хорошая. Скажи, неужели вот это... Вот невозможно сесть и фотографироваться, но зато она берет другим, понимаете? Ай, ай, ай. Ложись, вот так. Ложись. Она не лежит, она вся вот такая вот. Вся в движении, вся крутилась. Не надо ни за какие мягкие части кусать туристов. Ты же знаешь, нам рекламации. Марсель идет. Марсель! Тебе нравится ходить между ног, а? Львица, которая ходит между ног. Смотри, какая кисточка. Не честно кушает. И говорит, точно, что между ног. То есть надо вот так все время делать, вот так, и она будет ходить между ног, ребята. Вы все должны вот так, ой. Да, ты будешь львиться между ног. Опа. Ну, попробуй, она будет меня. Ну, правильно. Лапы хоть не пропустила. А по что ты сиденье укусила, скажи, а? Мясо я привезу тебе. Ты не худая, ты справная, ты хорошая, ровная. Ну я привезу мясо. Сейчас Мирону буду вести пайку и привезу тебе. Все хорошо, только будь спокойнее. Да. Это как получится. Спокойнее будь. А то хорошо, Таня, Даша, не привыкшие уже к вашим этим. А сейчас москвичей привезу, москвичи могут тут заиками стать. Да не можно. Все, мы поехали, садитесь. А к Марселю нельзя? Подойдем сейчас, подъедем. Марсель, по-моему, охотится на кабанов. Она, конечно, дружелюбная, но что-то пытается перекусить. Ну как же, мясо так рядом. Так она же тебе хищник. Ой, я сразу была. Теперь она села.